И снова здравствуйте. На календаре тем временем уже 5 сентября, а за это лето я так и не смог ничего снять интересного для своего канала. Однако за это время я успел обзавестись двумя крутейшими приборами, о которых я сейчас и расскажу. Прибывая в Ростове, в один прекрасный день я получил сообщение, в котором мне предложили опробовать новый сцинтилляционный поисковик «Радиокод 101» в боевых условиях нашего рудника, за что выражаю огромнейшее спасибо Арсению Кузнецову. К сожалению, сейчас, по личным причинам, у меня нет достаточно времени и сил, чтобы лазить по подобным объектам. Также в середине лета мой хороший товарищ Денис Волков, уходя в армию, оставил мне погонять крутейший портативный гамма-спектрометр «Атом Спектра». С таким оборудованием нашей команды открываются огромнейшие возможности для исследования наших прекрасных урановых объектов. Я думаю, что многие подписчики моего канала хорошо знакомы с данным прибором по группе радиации «Коварные изотопы». Это крутой сцинтилляционный поисковой прибор с возможностью ведения гамма-съемки, а также с режимом спектрометра, поэтому в этом видосе мы о нем особо говорить не будем. На YouTube достаточно видео про этот прибор от таких тематических блогеров, как Большой П, Инженер на коленке, ну и так далее. Поэтому в этом видео поподробнее поговорим про атом спектру, а точнее про свинцовый домик или как я пытался экранировать фоновые значения в домашних условиях. А тем временем я уже успел снять десяток различных спектров. Также проверил грибы и траву с Бештау на наличие долгоживущего изотопа свинец-210. Ну и немного про экранирующий материал, который мне подогнали хорошие люди. Рубрика «Без комментариев». Основная, так сказать, проблема в спектрометре, то что для него требуется хорошая свинцовая защита, так называемый свинцовый домик. Я думаю, вы знаете, что это такое. По моим расчетам, мне необходимо примерно 30-35 кг свинца, а также дополнительная кадмиевая и медная защита. Ну а вот так, собственно, выглядит мой домик. Конечно, пока это лютый колхоз, но все же здесь примерно 10 кг свинца. Эти 4 килограмма подогнал мне Дима Штайнер, за что ему большое спасибо. Здесь примерно 5 килограмм, здесь около 2. Ну и, собственно, такой хитрый сплав, который также экранирует. Сейчас, кстати, посмотрим на его свойства. Внизу подложена тарелочка с еще килограммом свинца. Также стоит сказать об одной особенности гамма-спектрометрии у нас в регионе. Дело в том, что на КМВ довольно сложно экранировать фоновые значения. К примеру, в Ростове, когда я включал прибор, фоновые значения составляли без домика приблизительно 42 CPS. А теперь посмотрим, что у нас. Сейчас, как видно, прибор находится без домика, то есть защиты никакой нет. А фоновое значение составляет аж 100 CPS. То есть даже 10 кг свинца и вот эта вот чудо-жестянка смогла уменьшить фон лишь до 25 CPS. Это еще при условии хорошей геометрии, а так обычно тридцатник. Не знаю почему так, может быть потому что мы живем на высоте 600 метров, либо потому что в стенах использовались грязные стройматериалы, однако любой другой прибор показывает в среднем 15 микрорентген в час. Думаю, многие шарящие подумают, ну а зачем тебе спектрометр, ведь в наших местах обитают лишь уран и радий. Так-то верно. Также прибором можно определять, сколько накопилось дочерних продуктов распада урана в различных минералах. Ну как минимум это прикольно и интересно, согласитесь. В завершении хотелось бы сказать, что я снимаю данный видос только для того, чтобы найти мотивацию заниматься другими, более интересными роликами. Сейчас у меня на компе скопились тонны материалов про крутые заброшенные рудники Кавказа, молибден или брусский. Возможно, скоро и до них дойдут руки. Ну а на сегодня все. Чао.